Ну что, погнали? Так, отлично. Мы вроде настроились. Да, можно начинать. Greetings. My name is Roderica. Isn't this place in the round table hold? I never knew the guidance, although I'm still looking. Да, короче, мы пришли в это место, чтобы найти кузнеца. Надеюсь, что стрим идет, и все нормально. Мы что-то я устал вообще с тройками. Patience of War. А, окей. Окей, что нам нужно? Смайтинг стоун. Очень много этих камней. А он нам не может ничего продать. А кто может нам что-то продать? Блин, это плохо. Нам нужно закупиться камнями, чтобы улучшить оружие. Находимся в какой-то заднице. Кажется, сюда. Стримим Elden Ring, короче, сейчас, да, я не рассказал. Я тут стримил уже час, и выяснилось, что ничего не записалось из-за классной настройки очень. Вот он должен продавать камни, насколько я помню. Но он ничего не продает, кайф. А где их взять теперь? Без понятия. Как мне улучшить свое оружие теперь? Тоже без понятия. Ну ладно, побудем пока. Будем пока так. Мы не ходили сюда. Можно попробовать сходить сюда. Да, в общем, стримил час, ничего не записалось. Это какая-то башня, я вообще без понятия, если честно, что это за башня. И что нам вообще нужно делать в этой игре? Вообще в Souls-серии всегда знаешь, куда идти. Точнее, никогда не знаешь, куда идти, но она довольно коридорная. То есть там вариантов немного. Здесь же открытый мир, большая карта. И куда идти непонятно вообще. Куча локаций. Ой, я услышал какой-то звук неприятный. И что это было, я не знаю. Так, он откуда-то оттуда пошел. Это мой
Вот это да. Это локация типа плюс по игре, по сюжету, сюжетная какая-то. Короче, первый раз играем в Elden Ring. Я выбрал какого-то персонажа с двумя скимитарами. Нифига не прокачал их, прокачал какую-то фигню полную. Да, игра сложная, пока это... Я, конечно, про каждую игру от Soul серии так говорю, но пока это самая сложная игра. До этого была Sekiro, мне казалось, что она сложная. Я прошел... Да, мне даже стрёмно. Пошел на платину Dark Souls 3, Sekiro и Bloodborne на PlayStation. Как бы сейчас играю в Elden Ring, то есть у меня есть опыт в этих играх, но... Она все равно кажется несложной. Не, эти умирают довольно легко. Походу, когда я ходил первый раз, просто... Я был по уровню. Обратно. У меня такое ощущение, что они никогда не заканчиваются. Я что-то всех убиваю, убиваю. Да, меня убило собака. Изначально мне показались они легкими. Сейчас я проверю, идет ли стрим. В последнее время все очень как-то непонятно, идет он или нет. Да, он идет, даже вроде как с качеством ничего, 60 кадров пишется, Full HD, правда, ну да ладно. Так, куда мы бежали в прошлый раз? Да. В общем, не знаю, сложно без щита, у меня маленький урон, не прокачанные мечи, первая броня какая-то, с какой-то шапку нашел, так интересно, ну да ладно. Я сейчас типа отмазался, что я так дешево сдох. Локация похожа какая-то как квестовая, в плане, ну, сюжетная. Я хочу все-таки убить всех. Все поклоняются этому мужику большому с топором, походу. Да,
удобно с жизнями сделано. Вау, он еще так где-то. Класс. О, камень, который нужен для прокачки оружия, как раз, кстати говоря, мне он нужен. Короче, я понял, я просто буду качать эти первые мечи и не париться особо. Я ничего не знаю про эту игру, не смотрел видео никакие. Да, ну, что нужно делать? Да, вообще-то напоминает какую-то квестовую, прям, о, не квестовую, ну да, сюжетную локацию, не напоминает какое-то рандомное подземелье, и это радует. Короче, игра классная, атмосферная. Блин, люблю Souls-серию. Это пока, наверное, самая такая, самая интересная, но она самая писячая из всех. Что там есть? Ты чё, братан, куда ты улетел? Главное, блин, сам улетел, спрыгнул, подох. Тут есть? Пинать можно как-то части? По-моему, нельзя. Так, идешь? Странное предчувствие, что вот этот тут братан, он зовет на помощь. О, гаргули, отлично. Блин, я ненавижу летающих врагов в соус-сериях. Ненавижу я тупо не попасть. Вот что это? Залагал чуть-чуть.
Вау, костер. Окей. Так, отлично. Костер есть. А как выбраться отсюда? Спрыгнуть куда? Наверное, нет. Да, это интересно. Блин. А, сюда. Окей. Интересно, где я? Тоже окей. Да не окей. Большие кучи. Фу, нифига. Я извиняюсь, спасибо. Но ничего не могу с этим сделать. Собаки лают. Он еще и бьет. Говна. Ну давай, умри. Спасибо большое. Что, 17? 17 денег? Серьезно, 17 душ или рун, или как тут называется, не знаю. Пойти дальше или пойти в решетку? Давайте в решетку. О, кто-то заперт. Привет, помоги мне, пожалуйста, я какой-то там чувак. Окей. 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 И что? Как я ему помогу? Мне нужен ключ, наверное, какой-то. Вау. На меня сверху свалилась огромная куча вот этого вот. Вот этой жидкости. Непонятно. В общем, да. Мне нравится, что они здесь вот такие пассивные. Они дают всего по 60, то есть, ну, как-то смысла убивать. Нет, но я боюсь, что если я их не убью, то они восстанут все когда-нибудь и побегут на меня одновременно. О, да, вот когда я разбил его. Бабочки, что делают бабочки? Тут что-то можно крафтить, кстати, еще. Я в этом тоже еще не разобрался. Сундучок. Талисман. Окей, что он делает? Улучшает последнюю атаку в серии атак. Ну, допустим. Значит, улучшает. Что-то я не вижу, что он улучшал. А, может, она просто типа становится сильнее по урону. Это достаточно фиговый талисман, потому что если провести серию из атак полную, тебя обычно никто не даст. Так что мне кажется, что это фиговый. Вау. Не знаю, правильно ли было это решение. Похоже, норм, да? Golden Sunflower. Вообще без понятия, что он делает. Можно почитать, но мне лень. О, мне кажется, мне сюда. Да. Да, в этой игре можно умереть всегда и везде. От любого вообще, я не знаю, все может тебя убить. Ты можешь свалиться в любую дырку, в любую яму. Вот
сейчас там что-то чуть не свалился. Какая-то фигня. А, тут на меня свалилось тут в прошлый раз. Как освободить его, я вообще без понятия. Да, их всех можно не убивать. В принципе, достаточно просто найти свои деньги. Если ты их не подберешь и умрешь еще раз, то... О! То смотри, что я нашел. Да, если ты подберешь свои деньги, как умираешь, из тебя падают деньги, заработанные непосильным трудом. Если ты их не подбираешь вовремя, то... Ой, то есть если ты умираешь еще раз, их не подобрав, они исчезают. Прям любимая моя фишка игры. Окей, мне вниз. Там что? Непонятно. О. О, еще камушки. Мне не нужны, да? Там кто-то ходит снизу. Крыса. Блин, что-то мне не нравится это все. Хлыст, да, хлыст во всех, собственно, во всех играх этой серии дерьмо. Можно на него особо не рассчитывать. Можно посмотреть, что он делает. Можно кого-нибудь отхлыстать. Там, кстати, босс, там. А тут медузы. Нужен какой-то шорткат. А, вот и шорткат. Можно прикол попробовать с хвостом побегать. Так, левелап. Я не могу сейчас сделать левелап. Но мне нужно, потому что я на 8 теряю все свои деньги. И мне бы лучше этого не делать. Я сделал. Пятнадцать жизни, 14 выносливости, 24, ну и будет 25. Все, до 25 докачали пока ловкость. Кстати, какие статы у хлыста? Ловкость, сила. Ну такая же фигня, да. Можно посмотреть, кстати, хлыст в действии. Мы ставим крыс. Блин, это просто вообще лютая какая-то фигня. Не выбирай глаза в этой крысе. Что с ней не так? Бешеный. Не подходи эти крысы. Я в Кельсе. Серьезно, ну, это с двух рук. Ладно, короче, хлыст — это фигня. Погнали. Нет.
пожнет. Хочу посмотреть на босса. Медузы. Даже не хочу их трогать, если честно. Ой, там кто-то есть. Здравствуйте. Вызвать какую-то... Ой, вся мана съелась. Силы не хватит. 40 силы. Все круто, но мог и не убивать его. Ну, можно посмотреть, что это. Вот это да. Ладно, вернемся к своим ножичкам. Локация, она не квестовая никакая. Да, это просто край карты. Да, здесь ничего нет. Ну, можно сходить, кстати, к этим ребятам. Блин, замок. У меня такое ощущение, что я в замке-то и не был. Тут можно упасть, даже здесь игра хочет тебя убить. Хоть камень, но точка. Что-то мне кажется есть, там они что-то тусуются неспроста. Они пьют помои. Я
Нам нужен кузнец. Вот они здесь. Кто здесь? О, your divinity, have mercy and grant me forgiveness. I didn't. I'll be doing my job. Just lay out your arm. Блин, нужно много этих камней. Где их купить? Smiting Stone. Надо погуглить. Короче, я погуглил, камни просто выбиваются рандомно из рандомных мест. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что это так. И, в общем, идти мне нужно... У меня тут огромная карта, кстати, не раскрыта. Так. Маркер, да блин. Маркеры. Как убрать маркеры? Ремонт. Ремув. Блин, почему они остаются? И... Place beacon. А убрать beacon можно? Ремув beacon. Как я его поставил? А, окей. Все понятно. Да, мне нравится эта игра тем, что здесь прям можно исследовать местность. Ну, конечно. Мы исследовали местность. Я тут ничего не нашел. Точки, кстати, тоже можно все собирать, из них что-то можно крафтить. Ой, я надеюсь, он был враждебный. Да. Ну да, похоже, тут я не был.
Flame of Frenzy. Короче, это да, это пиромантия, тут, похоже, тоже есть пиромантия. Закрытир. Что это такое? Тут дали мне какой-то кубок. Что я должен с ним сделать? Improve Sacred Flask. Понятно. Это, короче, улучшает мою баночку с лечением. То ли становится больше, то ли она больше восстанавливает жизни. У нас стелс, короче. Они живые все? Честно, не так. Вообще офигел. Я убиваю их ради денег. Нужны деньги. Так, тут крысы и какие-то непонятные мужчины. О! Flame Crest Wooden Shield. Классный щит. Кстати, щит иногда. Бешенство. Что? Щит иногда очень полезный. Допустим, не знаю, мне это больше нравится. Короче, здесь можно выбрать щит. Да, даже есть какие-то способности. Очень интересно, на самом деле. Можно с щитом побегать. А, об щит, кстати, вот эти вот ребята очень хорошо бьются. Я прием. Да, кстати, почему я не бегал со щитом? Щит это чит. Мы же не читали. Да, похоже, это все. Village Church. Да, похоже, это все. Интересно, что здесь. Блин, почему маркеры не убираются сами? Важно, за какой класс ты начинаешь играть, ты в итоге можешь прокачаться как хочешь, сам в кого угодно превратиться. А, вот тут надо было спускаться для людей. Кто это? Очень интересно, кстати, если у меня сейчас что-нибудь не пишется, типа звук там или что-нибудь еще. Первый раз стрим на YouTube. Что это было за сеть? А, это мой маркер, я понял. Я сюда ставил свой маркер. Это что? Огромный цветок. Мы его трогать не будем. Мы любим цветы. Природа, да? Тут что? Ой. Окей.
локация, похоже, легкая. Каждый раз как бой можно играть. Вау, ну еще и магии там что-то. Посох. Да, мне дали посох. Но проблема в том, что у меня нету заклинаний. Потому что я их не учил, потому что я не маг. Ну ладно, было бы классно. Если бы я все-таки немножко что-то знал. Может быть, кстати, здесь стоит качать что-то смешанное, типа магией тоже пользоваться. Вот Elden Ring, собственно, есть сюжетка, а есть вот такие локации. То есть ты приходишь, ты хочешь какую-то локацию, убиваешь какого-нибудь большого дяденьку. Как бы он тебе что-то дает, ты становишься сильней. Как прикольно, да? Да, я тут был как раз. В общем, что? Да. Наверное, вряд ли что-то есть. Тут мы все обсмотрели. Здесь остается неизведанная территория, можно поросить сюда. Куда-нибудь сюда. Что-то я как-то не там припарковал. А, понятно, вот. Я могу изучить магию. Кстати. Можно попробовать. Есть какая-то возможность хотя бы кого-то, может быть, выманить откуда-то из угла, потому что до этого у меня не было никаких скривов, ничего дальнего, никакого дальнего оружия. Как раз случилось что-то такое. Это вот очень интересно. Блин, их пограбить. Интересно, сложно. Thank you.
Я очень люблю. Все, мы остановили их повозку. Грыбанул. Great Axe. Классно. Большой топор, который мне вообще не нужен. Что там? Похоже, мне все-таки нужно было туда, откуда я пришел. Нет, что это место? Я думаю, она будет поинтереснее. Навозный жук. Пожалуйста, не уходи. Что я могу с этим делать? Zero. Слезы. Как использовать слезы? Надо загуглить. Tears. Crystal Tears, Crystal Tears, Cake Item,
Items can be mixed in фласках. Как? Нужно, короче, их где-то замиксовать. Фласков. И фласк. У меня есть эта штука? Кажется, нет. Нет, у меня только вот эти две. Блин, а еще есть какая-то. Она, похоже, только в новой игре дается. И где ее взять? Отлично. Она находится прямо в этой локации, где сейчас я. Ну не чудо ли? Где-то здесь. Навозный жук. Tarnished. Я забыл, что такое tarnished. Просто на земле должна валяться моя баночка, и в ней можно миксовать всякие разные вещи для усиления себя. И усиление себя можно, короче, только один раз использовать во время отдыха. То есть пока не отдохну, один раз использовал, в следующий раз только после отдыха. О, великан. Вот она. Короче, находишь кристальные слезы и можешь создавать эликсиры с разными эффектами. Ну, отлично. Я не против. Это что? Секретир, отлично. Тоже отлично. Больше ничего нет. Spoken echoes linger here, words of Queen Marika, who, if you wish. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy... With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war well. Мне не сказал ты ничего. Now you create physics with various custom effects. Окей. Okay. То есть... А, я могу их типа смешивать. Кристо, half of the total HP, mixed... temporary boost stamina, mixed physic, boost strength, enhanced charges attack for time charges. А, я не charges не делал. Давай силу. Сила будет точно. Ну и стамина, окей. И чё? Как её заюзать? А, вот она, я понял. Давайте попробуем. Проверим. Вот, и выпил, стал классным. Понял, что происходит. Мне нравится. Что...
самом деле это не ваншот, я умру. Сколько мне нужно прокачать жизни, чтобы умирать не с двух ударов, а с трех, например? На коне тут что-то как-то не очень. Вообще нужно, походу, с двумя мечами бить. Кстати говоря, я совсем забыл. У меня же есть моя замечательная фляжка. Yeah.
животного. Да, может стоит начать жизнь. Well, I took you no matter to relay out your arm. Ладно, на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Не, надо помахать рукой на прощание. Так. Эй! Пока.